Друзья, всем привет! Я вас всех рад видеть у себя на канале. Сегодня мы приготовим самое изысканное блюдо, которое было у меня на канале. Это блюдо мишленовского ресторана. И оно состоит всего из одного продукта. Это цветная капуста. Это блюдо называется цветная капуста по-израильски. Мы ее ополоснем. Подождем, пока сольется вся вода, стечет. Ставим воду кипятиться. Когда вода закипела, мы ее посолим. И отправим туда цветную капусту. Капуста у нас закипела. Я убавлю огонь и оставлю ее вариться минут на 10. А тем временем я растоплю сливочное масло. У меня небольшой кусок, но вы можете это сделать по своему вкусу. Духовку разогреем до максимума. У меня это 240 градусов. Нет, 250. По 10 минут мы растопили сливочное масло, разогрели духовку, а капусту мы сольем. Переложим капусту в противень для запекания. Поливаем сливочным маслом. Отправляем в духовку минут на 15-20. Прошло 20 минут, достанем же это блюдо изысканной французской кухни. Друзья, мы сегодня приготовили капусту по-израильски. Посмотрите, какая она получилась замечательная. Я вам предлагаю попробовать ее приготовить. Поверьте, это будет очень вкусно. Спасибо вам большое, что вы посмотрели наш ролик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, увидимся в следующих видео.